Всем привет, друзья, канал Масалим. В работе у нас Cherry Tiggo 7 Pro. Мобиль приехал к нам сделать, чтобы удалять салона. Разобрали краткий обзор. Пол в багажнике. Смотрим, несколько кусков фибропласт проклеен. Небольшие полосы на задних арках. В автомобиле одни из самых шумных мест. Пол в салоне. Где обработан. Ну и по дверям небольшие куски вибропласта присутствуют. Подготавливаем поверхности, приступаем исправлять. Так, друзья, закончили клеить шумоизоляцию вибропластом Cherry Tiggo. Проклеен у нас пол багажники, задние арки, крылья обработаны. Тщательно прокатываем валиком. Также проклеен пол в салоне. По дверям нанесли первый слой вибропласта. Толщина его 3 мм. Приступили наносить второй слой. Мембранный шумопоглотитель 6 мм. Продолжаем нашу работу. Друзья, закончили клеить шумоизоляцию на Cherry Tiggo 7 Pro. Проклеен у нас мембранным шумопоглотителем пол в салоне. Также мембрану нанесли на пол в багажнике, задние арки. Друзья, третий слой нанесли в дверях вибропласт, толщина его 2 мм. Четвертый заключительный слой мы наносим на дверные обшивки. Шумопоглотитель 15 мм. Автомобиль готов, собираем, проверяем. Ставьте свои комментарии, подписывайтесь на канал. Всем пока!